Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас пустые баночки Avon, а также расскажу вам о некоторых крутых бюджетных находках. Давайте начнем с Avon. Закончилась вот такая мицеллярная водичка из линейки Nutra Effect, очищение, мицеллярная вода для всех типов кожи. Вы знаете, хорошая мицеллярная вода, если переборщить, слегка пощипывает глаза, но идеально снимает даже стойкий макияж, поэтому здесь 400 мл за 100 с чем-то рублей, она, по-моему, бывает по распродажам. Классная мицеллярка, повторю, обязательно. Закончился вот такой вот детский спрей из линейки Frozen Disney. Спрей для облегчения расчесывания волос. 200 мл. Нам он, девчонки, не облегчал расчесывание волос. Практически ни грамма, но они у нас достаточно длинные и очень быстро путаются. Запах у линейки Frozen обалденный. У нас есть духи из этой линейки, и мне очень нравится вот самой даже ими попшикаться. Мне прям нравится, действительно. Вот только из-за запаха, грубо говоря, взяли. Знаю, что есть у него поклонники, и некоторым девчонкам, детям их точнее, он подходит. Нам нет, не облегчал совсем. Закончилась недавняя новиночка Avon Naturals. Это Aloha Manoi, кокос и цветок TRS, скраб для тела. Классный, девчонки. Вот здесь хочу похвалить Avon. Хороший скраб, который действительно увлажняет. Здесь какая-то масляно-кремовая основа и не сильно большое количество вкраплений. Достаточно мелких и округлых, которые абсолютно не травмируют кожу. Но неплохо так отшелушивают, отшлифовывают, скажем так. И после того, как вы этот скраб смываете с себя, кожа остается увлажненной, я бы даже сказала, напитанной. Поэтому у девчонки, у кого сухая кожа, вот очень прям рекомендую. Хороший скраб, действительно достойный. Так, что тут у нас еще из Avon? Закончилась вот такая масочка «Русская баня Планета Спа» с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта для глубокого очищения кожи. Это та маска, она такая зеленая, светло-зеленая, которая засыхает в корку. Поэтому пока больше повторять не буду. Мне сейчас не очень нравятся такие маски. Здесь наверняка есть глиняная основа. Но она слегка-слегка охлаждает, несколько секунд прям. И очищает, ну не знаю, не скажу, что прям очень круто девчонки очищает. Такая обычная средненькая масочка за 99 рублей по распродаже, можно взять побаловаться. Но я, скорее всего, больше ее не повторю. Так, еще от Avon вот такая тканевая масочка, максимальная молодость, это In You. Золотистая такая, девчонки, хорошая маска, действительно неплохая. Чудес никаких она на вашем лице не сделает и какого-то преображения, но слегка выравнивает тон и увлажняет. Вот это действительно да. Ничего плохого тоже не делает, но ничего очень хорошего не вижу смысла за тканевую маску отдавать такие деньги, когда можно за эти же деньги взять в тубе и пользоваться какое-то продолжительное время. Дальше, девчонки, пошел не Avon, но те продукты, которые понравились, и один не очень. Тафт всегда пользуюсь, уже показывала вам в пустых баночках. Это тот лак для волос, который не склеивает волосы и на несколько дней, девчонки, придает объем. Это воздушный объем, вот такой он зелененький. 4, четверочку беру для тонких волос, сверхсильная фиксация, подвижная укладка. Он вообще не склеивает волосы, он настолько легкий, воздушный. И в то же время ваша укладка держится день, и даже на следующее утро, вы когда встаете, объем сохраняется. Я как делаю? Я иногда слегка начесываю корней, поднимаю прядь, начесываю, лак опускаю, причесываю, все. И вот этот объем у корней держится даже не один день, девчонки. Это самый любимый лак, я пробовала Got to Be и другие, даже не хочу больше экспериментировать, только Тафт. Закончился вот такой вот шампунь от Rich. Я вам снимала отдельное видео, ссылочку приложу в инфобоксе. Это люксовый уход за кожей, за волосами. Очень понравился. Бальзам тоже закончился, девчонки, не найду баночку. Это действительно крутые средства, понравились безумно, которые восстанавливают волосы буквально с первого раза. Оставлю ссылку на этот сайт тоже под видео, проходите, смотрите, знакомьтесь. О, еще один продукт от Avon, девчонки, это арктическая брусника. Энергия восстановления, антиоксидантная, охлаждающая маска для лица. Вот эта маска действительно понравилась, ее повторю однозначно. Она немножко схожа с моей любимой утренней маской от бабушки Агафьи. И действительно дарит на коже такой холодок. И именно с утра люблю ее применять. Почему? Потому что выравнивает лицо, выравнивает тон, слегка охлаждает. То есть моментальное просыпание дарит просто кожа. Великолепная маска. Буду повторять однозначно. И вот то же самое могу сказать про бабушку Агафью. Именно освежающая маска для лица, экспресс-маска, она действительно крута тоже на утро. Девчонки, кто по моему совету ее брал, все как бы сказали, что действительно крутой продукт. Она, ну, может быть, слегка пощипывает, очень круто охлаждает. И
наносишь ее на кожу, действительно просыпаешься. Вот проснулся такой прям никакой, не выспался, наносишь маску на лицо, все, глаза моментально открываются, ты просыпаешься. А за счет вот этого, не знаю, пощипывания, не пощипывания, ровный, красивый сразу цвет лица. Никаких покраснений от нее не бывает, несмотря на то, что кажется, вот сейчас что-то там происходит с лицом под маской. Нет, ничего подобного. Она действительно круто освежает лицо. Прям утренняя маска моя любимая, самая на свете. Еще одна крутая находка – это 100 рецептов красоты. Крем-гель для ног Венотон. Легкость и комфорт ваших ног. С каштанчиком тут, по-моему. Мятное масло, экстракт гинго белоба. Очень похож на лошадиную силу. Бюджетный продукт. Довольно надолго мне его хватило, потому что это гель, он хорошо разносится. Прям вот по эффекту похож, девчонки, на лошадиную силу. Действительно снимает усталость с ног. Действительно дарит такой холодочек. Класс продукт. А вот то, что больше никогда не куплю, это синергетик. Это такой неприятный для посуды антибактериальный гель алоэ вера. Вообще не понравился. Плохо пенится, плохо очищает. Ни одного плюса не могу найти в продукции синергетик. Взяла ради интереса, потому что все-таки нашумевший продукт, да, больше не буду вообще никогда. Очень крутой продукт, который мы с вами обозревали, как он работает на ногах. Это из фикс-прайса пилинг носочки безупречный педикюр. Это действительно безупречный педикюр за 149 рублей. У меня еще одна в запасе лежит такая пара. Скоро обязательно повторю. Одеваем эти носочки, ходим в них час, два, три, не помню. Ну, я сверху надела обычные носки, в принципе, нормально ходила, все отлично. Потом снимаем, ополаскиваем ножки. И у кого как, девчонки, где-то на пятый, на десятый день начинается такое облизание кожи, вообще в полном смысле этого слова. У меня поздно, я еще перед этим распарила, отшлифовала, поэтому они у меня частями сходили. Я не могла дождаться, пока вот этот эффект наступит. Если бы я дождалась, когда она сама начала бы кожа сходить, то прям можно было пластом бы снять, и все, у вас новые ступни. Продукт обалденный, хоть раз попробуйте, обязательно прям рекомендуем. Ну вот и все, мои хорошие, вот такие пустые баночки скопились в этом месяце. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.